Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о самой ранней и одной из самых полезных ягод – о жимолости. Вы узнаете, как обрезать этот ягодный кустарник и как его правильно посадить, чтобы собирать богатый урожай. Очень часто слышу от зрителей, что не получается вырастить жимолость. Ягода, если и вызревает, то она очень мелкая, кислая и быстро все с куста осыпается. Во-первых, Вкус и размер ягоды зависит от сорта, поэтому все-таки для посадки выбирайте современные крупноплодные сорта жимолости. Но, конечно же, и вкус и размер ягод напрямую зависит от обрезки. Если вкус жимолости вовсе не обрезать, происходит загущение. В итоге урожай есть, но ягода мелкая. Куст не получает в достатке питания, потому что много ветвей загущений не получает, в достатке света, ягода не набирает сладость. И если куст вот так вот загущен, то возникают различные заболевания, различные пятнистости и так далее. Поэтому жимлость, как и любую другую ягодную культуру, нужно обрезать. Обрезать жимлость можно как весной, так и в осенний период. Значит, как это делается? жимолость очень склонна к загущению. Посмотрите, сколько мелкой поросли в этом кустике. Она растет прямо внутри куста. И вот эта поросль, она совсем не нужна. Нужно лишь оставить самые крепкие молодые побеги однолетние. Остальные все эти тонкие нужно удалять. Также нужно удалять ветви, которые пересекаются. Вот посмотрите, вот эти ветки, они трутся друг об друга. В итоге вот здесь трется кора, и ветвь может засыхать, и туда попадают различные инфекции, и куст поражается заболеванием. Поэтому вот такие ветви крест-накрест, нужно одну из них удалить. А если есть раны на ветвях, то придется удалить обе такие веточки. Вот старая ветвь, покажу, вот лишайник на ней уже образовался. Все, такая веточка, хотя и будет давать еще урожай, но посмотрите, вот эти мелкие ветки, множество, ягода здесь будет очень мелкой. Поэтому не жалеем, и берем такую ветку и удаляем. По боках здесь растут две молодые, поэтому ветку удалим частично, вырежем. А эти боковые молодые оставим. На них будет нормальный еще урожай. Вот, а эту вон. Значит, всю эту мелочь удаляем. Ничего не жалеем. Лучше пусть урожай будет поменьше, но ягода будет крупной и сладкой. Вот это тоже куда-то непонятно куда растет. Это вроде молодая, но она под нагрузкой урожая будет ложиться на землю, поэтому также удаляем. Вот здесь старая ветка, кора уже темная, ветвица непонятно, поэтому удаляем. Очень твердая, кстати, жимлость, секатор еле берет ее. Поэтому инструмент тоже должен быть у вас подходящий для обрезки, профессиональный. Вот эти внутрь куста ветки, всякие сорняки здесь наросли тоже все это надо все удалить все вот эти опавшие листья все это надо выкидать так вот это удаляем вот этот побег такой довольно еще сильный в этом кустике поэтому его оставим пусть еще побудет смотрите эта ветка растет в бок и она уже довольно старая но сбоку есть вот такие молодые ответвления. Поэтому, опять же, ветвь полностью не урезаем, только частично вот эту боковую. Опа! Вот эту поросель, конечно, всю вон. Не нужна она. Это вон. Вот это, может быть, поторчит пусть. Может еще вырастить. Нет, так весной удалим или летом. Это удаляем. Нам не понадобится. Сломанное удаляем. Какие-то сухие веточки внутрь куста растет, тоже удаляем. Здесь опять укорачиваем, уравновешиваем крону куста. Вот эта ветка, в принципе, она уже старая, но на ней есть неплохие ответвления, которые могут дать хороший урожай. Поэтому чуть-чуть подрежем. Вот здесь смотрим. Здесь что-то много как-то ветвей, каких-то непонятных. Надо что-то выбирать. Поэтому Удалим в центр куста, который растет. Хотя она и молодая, но удалим. Эту тоже удалим в центр куста. Нам не надо. Центр должен быть максимально освещенным солнцем. Вот. Это тоже чуть можем постричь. Так, вот эта ветка. Хотя и урожай, удаляем. Это накрест идет куда-то непонятно. Удаляем. Так, это оставим. Все, смотрите, после обрезки у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, сделаем 12. Все, 12, 12 веточек у нас различного возраста остались на кустике после обрезочки. Вот, теперь вот эта вся крона будет хорошо продуваться, освещаться солнцем, и ягода получится хорошей и крупной. Опять же, что мы делаем дальше? Обработка. Обрабатывать жимолость, конечно, лучше сейчас с осени, хотя можно и весной, но весной жимолость очень рано начинает зацветать, и можно попросту пропустить вот эту обработку. Поэтому фунгицидами жимолость лучше обработать сейчас, с осени. Можно использовать любые медь, содержащие препараты, потому что именно они хорошо убивают грибковые различные инфекции. Например, вот сейчас можно использовать фунгицид Скор. Лучше всего работает против и различных, против всяких грибковых э, заболеваний. Поэтому обрабатываем кустик скором. И обязательно обратите внимание на приствольные круги, сколько опавшей листвы, и она больная, здесь на этих, на этих кустах была пятнистость. Это кустики не у меня на участке, я бы, конечно, такого распространения пятнистости не допустил, это я обрезаю у соседей. Ну, у соседей руки не всегда доходят люди пожилого возраста, пенсионеры, поэтому что-то вот я им помогаю там обрезать, иногда подсказываю, но всегда тоже не могу помогать за всех работать. Смотрите, вот эту всю мульчу старую, здесь была мульча, и листву нужно убрать. Это источник инфекции. Можете сжечь на костер, отправить либо в компост, куда-то бросить в горячий, пролить триходермой, получится удобрение. Приствольный круг, когда очистили, замульчируйте все это осенью, поздней, перепревшим компостом. Сейчас ничего не мульчируйте этим компостом, потому что компост даст питание кусту, и жимолость может активизироваться уже осенью начнет зацветать, вегетация повторная начнется, если получит достатки влагу и питание. Поэтому не торопитесь с таким вот мульчированием на зиму. Засыпаем компостом и все. На сезон вот этому кустику хватит питания. В принципе, даже никаких подкормок дополнительных не потребуется. Компост обеспечит вот этот куст полностью питанием. На такой кустик примерно 2 10-литровых ведерочка компоста поздней осенью перед наступлением морозов. А можно даже и по первому снегу все это замульчировать компостиком. Значит, что касается посадки. Сейчас покажу, как этот кустик посадить, чтобы он нормально рос. И один нюанс еще расскажу, что чтобы хорошо жимолость плодоносила, надо посадить несколько различных кустов э, с одинаковым периодом цветения и созревания урожая, чтобы было хорошее опыление. Если посадить один кустик жимолости, то э, мо, урожай будет вообще невысокий, а может его и вообще не быть. Им нужно дополнительное опыление. Поэтому, если сажаем жимлость, то посадите 2-3 кустика различных сортов. Главное, чтобы они совпадали по срокам цветения, чтобы было хорошее переопыление. Что касается посадки. В принципе, правила посадки такие же, как и для ягодных кустарников, например, как для смородины. Копается посадочная яма шириной 50 см, глубиной также 50 сантиметров. Можно в ширину чуть пошире, там сантиметров 80. И хорошенько заправляется органикой. Это может быть перепревший навоз, перепревший компост. Но если нету под рукой у вас этих органических материалов, можно в магазине купить пакетик биогумуса. На посадочную яму примерно 20 литров вот этой органики понадобится. Затем понадобится минеральное удобрение. Например, комплексное удобрение, самое простое, самое дешевое, либо калино-фосфорное удобрение а, на такую посадочную ямку, где-то 80-100 грамм удобрения. Все это смешивается и высаживается молодой кустик. Обратите внимание, вот этот кустик выращен из черенка одревесневшего. А, Жимолость на самом деле довольно плохо размножается из черенков одревесневших. Лучше размножать зелеными черенками, но тем не менее у меня получилось и одревесневшими. И уже если обратите, вот почечки, со стволика идут, и в следующем году кустик уже начнет активно молодые побеги наращивать. Корешки еще совсем небольшие, но тем не менее вот этот саженец, он легко приживется. И если вы хотите размножить жимолость, можете осенью где-то увидеть у соседей, у знакомых молодые кустики жимолости, нарежьте вот такие побеги молодые, однолетние, натыкайте их в грядку, как и смородину, и Часть черенков приживется, у вас получится собственная бесплатная рассада. Но если не хотите заморачиваться, можно, конечно же, в питомниках покупать сейчас современные сорта и канадской селекции, и российской селекции. Очень классные сорта, крупноплодные, с вкусной сладкой ягодой. В отличие от старых сортов, которые были кислыми. Для посадки любых многолетних растений, будь то виноград, смородина, там, малина, голубика и так далее, даже многолетние цветы, я всегда использую вот такие микоризные грибы. Они помогают растениям лучше приживаться на новом месте и помогают затем в питании вот этим самым растениям. Поэтому в луночку я опять же добавляю в сухом виде, но можно в жидком, если у вас есть такие препараты, небольшую горсточку гранул с микоризными грибами. Здесь они в споровом состоянии. Потом в почву попадают, активизируются и помогают нашим растениям лучше приживаться и лучше затем усваивать питание. Поэтому где-то примерно столовую ложку такую хорошую с горочкой вот на посадочную ямку я вношу. Можно, конечно, и поменьше, там щепоточку, но э, лучше чуть-чуть побольше для надежности, как говорится. Смотрите, в нашу это всю луночку можно пролить водой, можно потом водой проливать. Главное побыстрее посадить кустик жимолости, чтобы вот эти корешки на солнце не засохли, потому что очень тонкие корешочки, нежные, если на солнце лежит сажень с открытой корневой системой, могут засыхать. При посадке саженец нужно высаживать под наклоном 45 градусов, градусов и заглубить его на сантиметров, там 5, может 7, может даже и больше чтобы вот эти почечки, видите, ростовые, из них побеги в следующем году молодые вырастут, оказались под землей. Поэтому вот так вот под 45 градусов угол ставим, располагая с севера на юг, и засыпаем аккуратненько. Вот это все засыпаем. Вот, смотрите. Кустик посажен таким образом, очень хорошо приживется. И образуется много молодых побегов, а значит и урожай будет у такого кустика очень высоким. После посадки, как всегда, я делаю вот такое вот колечко из земли вокруг куста, чтобы не вытекала вода при поливах. Конечно же, вот в этом кольце зимой в оттепеле может собираться вода и замерзать. Для саженца это очень плохо. Поэтому вот такие кольца поливочные я оставляю до поздней осени. А затем вот здесь я все буду мульчировать перепревшим компостом. Ну, сантиметров 5, может даже больше. Все застелю компостом. И получается, вот этот круг выровняется с уровнем земли. Никакая вода здесь застаивается не будет. И компост послужит еще раз дополнительным питанием для куста и утеплением корневой системы. Ну, плюс и будет защищать от такого активного роста сорняков. Все, нам осталось этот кустик лишь полить водой, и он будет нормально расти и давать через несколько лет хороший урожай. Обязательно ухаживайте за жимолостью, обрезайте ее, подкармливайте и правильно садите, и тогда она вас порадует хорошим урожаем, и вы соберете первую ягоду в конце мая либо в начале июня. И согласитесь, это очень классно. Спасибо за лайки и подписку. Пока.